Жареные караси – это просто и очень вкусно. Карасей почистить от чешуи, удалить жабры и внутренности. Тщательно вымыть внутри и снаружи. Так как в карасе много мелких косточек, необходимо сделать надрезы на рыбе. Тем самым мы как бы рассекаем эти косточки, и в процессе жарки они томятся в масле. Делаем частые прямые надрезы по всей длине тушки карася. Мурочку свою я тоже не обидела. Нарезаем репчатый лук тонкими полукольцами. Солим и перчим по вкусу. Также солим карасика внутри и снаружи. В брюшко потрошенной рыбы укладываем лук. Можно добавить зелени и лимон, я не добавляла. Аппетитный фаршированный карась на сковороде получится сочным внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аккуратно обваливаем в муке, чтобы не вывалилась начинка. Сковороду с растительным маслом разогреваем и выкладываем на нее карасей. Жарим с обеих сторон до золотистой корочки. Периодически переворачиваем по нескольку раз. Жареные караси получаются очень вкусными, а лук придает нежному мясу рыбы пикантность. Также можно на гарнир к жареным карасям подать картофельное пюре. Спасибо за подписку и лайк.